Быстро можно учить и быстро можно изучить. А вот войти в это зависит уже от вас. И тут я вам гарантии никакой дать не могу. Потому что здесь все зависит от того, как вы будете связаны с товарищами. Вот сможете ли вы себя убедить в том, что вам необходимо быть вместе с ними? Ну, тогда вам повезет. Сможете ли вы убедить себя, что вы должны верить в то, что я вам излагаю? Ну, тогда считайте, что вы выиграли. А иначе без учителя и без товарищей, чтобы правильно реализовывать кабалу, у вас больше нет никакой возможности. И только в связи с ними вы сможете в центре группы, в центре десятки начинать ощущать свойства отдачи и любви, которые раскроет вам Творца.